Здравствуйте, друзья! Я сегодня расскажу вам начало удивительной истории. Русские историки, такие как Лев Николаевич Гумилев, Вернадский, Савицкий, вернули миру историю кочевников. Как было на самом деле, не знает никто из живущих. И, как в сказках говорится, стали они жить-поживать, хорошо кочевать между реками Анон и Кирулен. Он запустил в рану руку, сжал сердце и вырвал его из груди. Степь и Сибирь была европеоидной. Там жили рыжеволосые, зеленоглазые, сероглазые люди. Фильм «Монгол», насколько он правдив? Фильм «Монгол», он правдив, ну как, там очень большие лакуны, пропуски. Это скорее художественное произведение. Посмотрите, фильм красивый. Впрочем, о том, что случилось дальше. Выживет ли это горстка изгоев, покинутая всеми? Я расскажу вам в следующий раз.